Доброе время суток всем. У нас сегодня город Таллин, 22 марта, 2018 год. И четверг. По времени 4 часа 5 минут, 16:05. Потихонечку закончил рабочий день и еду домой. Сегодня, правда, не пятница. Почему снимаю не в пятницу, а в четверг? Потому что завтра на работу не иду. У меня отгул. Кто его мне дал, сам взял. Шучу, ни отгула у меня нету, но это будет завтра. У меня в планах снять сегодня видео, завтра видео и на выходных одно видео. Если его нету, значит, планы у меня не осуществились. Значит, хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто оценил мое последнее видео. Отписались, а так кто там откомментировал, спасибо за комментарии, за оценку этого видео, потому что мне реально это не такое видео, как я в машине еду, одним файлом все записываю и потом приезжаю домой, выставляю на YouTube, и у меня действительно уходит, да не уходит вообще никакого времени. С видео, которое вышло в воскресенье, когда я поехал на общественном транспорте в район. А почему все в правый ряд встали, а левый свободный был? Когда я поехал на общественном транспорте в район Мэривилля, я пришел домой, по-моему, порядком 3 часа было. И файл я залил, или у меня только приготовился в 8 вечера. У меня пошло там 5-6 часов на склеивание этих файлов. И так я пропустил там один кусочек, куда-то потерялся файл, когда я заходил в Мэривиллевский парк. И понял, насколько, скажем, время уходит, что-то порезать, что-то вырезать, это все потом переслушать надо, вдруг я что-то сказал не то. Иногда там некоторые файлы я для себя снимал, чтобы они не залезли в кадр. Но сколько, ну, как я понял, моя работа не пропала, она была оценена. За это вам всем огромнейшее спасибо. Значит, какие выводы сделал? Выводы я сделал, что вам нравится не автомобильное видео, которое уже притерлось не только, поверьте вам, оно притерлось уже и мне тоже. И хочется, наверное, разнообразия по городу. Поэтому будем немножечко изменять. По крайней мере, в пятницу у меня настроение всегда хорошее, поэтому пятничное видео из машины я все равно его оставлю. А вот насчет выходных дней, давайте сделаем так, что я стану побольше гулять. Так как мне на выходных днях по-любому, я выхожу всегда из дома, да, и порядком, как я говорил, порядком 80 тысяч шагов мне надо сделать, делаю. Поэтому я буду ходить, допустим, не в парк и наматывать там круги прогулкой, а что-нибудь придумаем. Конечно, это все зависит от погоды тоже. Если будет дождливая погода, холодная, ну, вы сами должны понять, этого, наверное, не будет. Куда, что я буду ходить, я сейчас, извините, это не скажу. Планы есть, почему я не скажу, на это есть свои причины. Думаю, они понятные. Кстати, хочу начать именно с завтрашнего дня и с послезавтрашнего. Кстати, завтра я, наверное, и скажу, почему я не на работе. Так, я сказал, да, что по возможности будем, значит, гулять по городу. Не только это будет старый город, это будет, ну, скажем так, что какие-нибудь такие вот места, в которых я бываю, и если я хочу прогуляться, да, для меня это интересные места. Поэтому... Угу, на красный свет поехал. Поэтому как-то так. Мне надо встать в правый ряд. Вот я думаю, меня пропустят там. Да, меня там пропустят. Меня уже пропустили. Еду я сейчас сегодня тоже, ну, хотел сказать, необычным маршрутом. Не таким, как обычно. Поедем через порт, потому что... У меня сегодня, в четверг, это будет, как говорят, так маленькая пятница. Погреем немножко машину. Так. Дальше что хочу сказать. Если будут пешие прогулки, уж извините меня, эти пешие прогулки будут так же, как и любое мое видео, даже вот сегодняшнее, даже, да, любое. Оно у меня не подготовленное.
Я никогда не делаю какого-то, не пишу себе сценария. Бывает, по-моему, было два видео, я говорил, такие пометочки ставил, чтобы это не забыть, и забывал все равно, что сказать. Или так писал, что вообще было непонятно. Было два видео, по-моему, таких было. Так, а что, я сюда хочу. К чему это я сказал? Чтобы не сбиться. Это сказал к тому, что я не по бумажке, я ни к чему никогда, никакому видео не готовлю. Все, что происходит, я уже не раз говорил, это идет от меня и вот в данную секунду. Поэтому, если вы живете со мной, так грубо говоря, вы живете со мной, с моими мыслями. Я не хочу выискивать общедоступную информацию, не выискивать, а перечитывать или пересказывать общедоступную информацию с интернета по Таллину, да, и в частности, или в общем по Эстонии, как здесь живет, какие зарплаты, какие законы. По мере возможности я отвечаю в комментариях на это и могу дать ссылки. Кстати говоря, в этом помогают мне люди, благодаря имен называть не буду, но вы знаете, в принципе, в комментариях я благодарю за любую информацию, которую делаю там ссылку. И там есть три человека, которые это делают. Еще раз скажу им огромное спасибо. А перечитывать, пересказывать общедоступную как бы информацию, я считаю, мне это неинтересно, точнее. Мне нравится жить, вот я живу, я это вижу, я это говорю, я это показываю. Для чего это показываю? Я знаю, для чего, по крайней мере, очень какие-то, скажем, не мысли, а как это называется, видение про Эстонию у людей, которые смотрят мое видео, они разрушены. Благо, я считаю, что мои действия не пропали даром. Прямо перед нами порт. Значит, хочу еще заметить одну вещь. Когда я снимал видео на телефон, у меня была с собой петличка. Очень сильный ветер дул. И значит, что я могу сказать, когда ветер, в принципе, такой средний, микрофон, действительно, он эти звуки не счищает, а поглощает. Вот. А когда действительно там были порывы сильные, хотя странно, что его как бы видно не было, но порывы реально были сильные. Вот эти порывы, даже этот, на микрофоне есть такая губка такая, она даже не все, сглаживала. И даже в этом случае появлялся какой-то треск на видео, но если считать действительно, что мое последнее видео было все снято на улице, и в принципе я оцениваю этот микрофон на пятерочку. К сожалению, его мне нельзя прикрутить к этой камере Sony, на которой сейчас снимаю из машины, потому что здесь нет входа на микрофон. Мой другой телефон Huawei не принимает микрофон, будем снимать, значит, на улице теперь на iPhone. Стараться. А в те редкие дни, когда в Тайне не будет ветра, будем вытаскивать камеру. Это я рассказал про микрофон. Видите, у меня какие-то были мысли в голове, когда я был, за эти 4 дня, что прошли, были мысли, они у меня срабатывали, кое-что я сказал, чувствую, что что-то забыл. Было еще что-то для высказывания, забыл, не записал и так далее. Хотя был момент у меня, когда-то записывал что-то. Странно, с него машин как-то маловато. Так. У нас на этих выходных, суббота на воскресенье, мы переходим на что мы переходим? На летнее время. Это что значит? Это те, кто работает сменами, работают на час больше. Стрелки, значит, переводят вперед. А, на час меньше, извините, на час меньше, естественно. На час меньше работают, и зато и спишь на час меньше. Субботы на воскресенье, поэтому надо уже себя, с субботы к этому готовить и ложиться пораньше спать, чтобы в понедельник уже как бы организм был более-менее привычный к этому. В основном все гаджеты у меня сами переводятся, кроме часов, наверное, ручных и в машине. Все остальное идет автоматом. Перед нами, кстати, старый город. Да, погода у нас не радует, была такая теплая, был потом опять снег на этой неделе. Я не буду никаких уже сюда вклеек делать, поверьте мне, что был снег. Снег такой хороший.
все растаяло. Вот сейчас 2 градуса, и я вам скажу, холодно. Так, еще хочу огромнейшее спасибо сказать тем людям, кто меня смотрит здесь и подписались на мои другие видео. Сразу скажу, что там никакого особого умного ничего нету. Там просто бывает иногда я делюсь радостью от какой-то покупки, да, новой. Бывает, я там высказываю какие-то мысли. Да, у меня есть кое-какие там хобби и увлечения. Сейчас еще одну вещь забыл сказать, постараюсь. Какие-то хобби, увлечения я вижу, что вы подписываетесь на него. Я вам еще раз говорю спасибо огромное. Дальше. Я где-то месяц назад, нет, не месяц, недели 3 назад общался с соседом, с которым ездили в капсулу. Он меня... Очень хороший, кстати. Действительно, я всем желаю таких соседей. Ездили с ним в капсулу и с ним кое о чем поговорили. И он дал какую-то кое-какую мне идею. Если это родится идея, у нас будет видео как бы такое информативное. А, вот на том канале видео, не несущие информативные нагрузки. Во, вспомнил слово, на том канале. Так вот, и он кое-какие-то, не то что как называется проект, сколько мысли были, что сделать кое-какие-то информативные видео. И там должны как бы быть еще и люди. Давайте я не буду особо говорить, что если получится, это получится. Для того, чтобы это получилось, все-таки надо все это с ним не обговорить до конца. А время, вы сами понимаете, оно не всегда играет на нас в этой жизни. Очень опасный поворот, поворачиваться, надо посмотреть всегда на пешеходов. Сколько раз об этом думаю, сегодня чуть-чуть опять их, на них не наехал. Так, мы можем поехать налево, как обычно, а мы поедем прямо, в конце концов. Почему мы все время там будем поворачивать, мы поедем по-другому. Мы мимо вокзала часто ездим. Так, я все сказал, да, про тот канал сказал спасибо, про соседа я тоже сказал, что есть кое-какие-то мысли. Кстати, еще одну вещь хочу заметить про последнее видео. Вначале я это сделал не для прикола, а для того, чтобы, наверное, показать. Начало вот последнего видео я сделал не для прикола, а для того, чтобы показать, что когда я пытаюсь что-то, ну, сделать не по сценарию, а по что-то продумать, да, и вот садился, да, я хотел, как обычно, начать с привет. Вот какие-то мысли в голове были, что пойду сделаю, как бы, ну, проигралась ситуация. Кстати, видите, это новый рынок Балтийский. Как-нибудь сходим туда. То у меня не получилось это раза, наверное, с 4-го. Уже уходил, думаю, а, ладно, в конце концов, потом приду с прогулки и запишу видео, как бы, начало. Но... Так. Сюда. Честно говоря, очень редко здесь езжу и... Так, а вот, а когда я сажусь в машину и общаюсь, у меня такого нету. Сел, записал. Почему? Потому что я не продумаю вообще, что буду говорить. Так, пожаловался, да, на то, что такое видео у меня забирает больше времени. Ну что, в принципе, в любом случае, я вообще тоже благодарен и вам, что только того, что вы меня смотрите, у меня есть желание куда-то идти гулять. Вы думаете, что до того, как я снимал видео, я часто ходил в город? Да нифига. Там был знак «Уступить дорогу». Я ехал вперед, а этот вылетал вообще со дворика. Я ему уступил, естественно, у меня знак стоит. А с правой стороны «Шкода» выезжала, помахал мне, типа, «Проезжай». Вредный водитель большегрузной машины. Так вот, и это видео заставляет меня самого выходить и гулять, и смотреть, что-то продумывать, куда поехать, как проехать.
И действительно, сам тоже удивляюсь тому, что как город меняется и как много тут и всего интересного. Если бы не делал бы это видео, вы думаете, я бы так часто ходил бы в старый город? Да навряд ли бы. Вы спросите, кто же тут живет у нас, таллинцев, как часто вы бываете в старом городе? Спросите, как часто? Да нет, не ходят. Ну, те, кто там работает, да. Там кто-то ходит там помоложе. Естественно, там есть веселительные заведения, естественно, ходят. А скажем, уже люди, которые думают о доме, о семье, да не ходят они в этот старый город. И там так редко бывают, что... Дальше. Дальше, наверное, уже все сегодня высказался, да, что хотел. А, это к тому, что я сказал, да, спасибо тому, что благодаря вам я сам хожу по городу и смотрю это. Хожу, езжу и так далее. Вот, кстати, очень опасный перекресток, у меня главная дорога, не забыть бы, да, не забываем. Выехали к дому в мебели. Естественно, я еще хотел спросить, нравится ли вам то, что я вставляю в видео маршрут, по которому я хожу и еду. Это было у меня пару раз. Я эти карты, ну, тоже, их туда вставить, эту карту, в видео, ну, немножко занимает времени. Поэтому вопрос, надо ли мне это дальше делать? Вы имеете представление о Тайне, где мы находимся, где мы ездим? Местные жители, да, это, конечно, я понимаю, нет вопросов. А, допустим, меня же смотрят большинство не местных по геопозиции. Больше всего Россия, второе место, как ни странно, это Эстония, и третье это Украина, о чем я говорил. На четвертом Латвия, и потом Молдова. Я, кстати, удивлен, что Эстония смотрит. Кстати говоря, выехали на моргающую зеленую лампочку. Кстати, вот я всегда удивляюсь, почему Эстония смотрит. Между прочим, возможно, это то, что мы говорим, что... Только что моя теория такая была о том, что работа-дом, сам не выходишь. И те, кто меня вот смотрит с Эстонии, город уже не знаю, с Эстонии. Хоть сами выходят в город со мной вместе. Вот это единственная, как бы, причина, по которую я лично нахожу. А к чему это начал говорить, помните? Что меня смотрят. А, надо ли карты вставлять? И если я вставляю карту, мне очень трудно вставить весь Таллин. А если вставлю весь Таллин, на карте он будет очень маленький. Мне приходится выводить эту картинку на полный экран, где я нахожусь и куда поедем. Если весь, надо ли город мне ставить, или часть, допустим, района, где я нахожусь. Как вы... Ой! Это не я за рулем был, не я. Замечу, что я где-то порядком уже 3 недель не езжу за ребенком. Меня мне решили немножечко облегчить жизнь. Но это недолго. Облегчить жизнь и разрешили возвращаться после работы сразу напрямую домой. Так, насчет карт я жду ответа. Надо вставлять? Если надо вставлять, то как? Рядом бегущие, допустим... Окошечко внизу полностью на всю дорогу, что как я двигаюсь, допустим, снимать с этого с телефона, а потом вставлять, я думаю, это не надо. А скажем, пункту А с пункт Б, как я проехал, даже на последнем видео, как это я сделал, надо или нет? Вот это я хочу. Если надо, то как? По левой стороне, если вы видели, желтая машина была, Ford Ka, по-моему, летом мы там проезжали. Там такие заросли, этой машины не видно. А сейчас там зарослей нету, и стоит просто одна такая желтая машина. Интересно. Да, сегодня у нас такая серая погода, весна. Ну, любому она чувствуется уже. Да, будут еще морозы, да, будет снег, да, может быть, все будет. Но от времени не убежишь, от солнца не убежишь. Это уже
по-любому весна положит зиму на лопатку. Вот здесь зеленый моргает, все, я здесь остановлюсь. Даже если бы хотел бы проехать, меня бы это Audi не пустило выехать. Да, сегодня два косяка, пока едем. Первый — это не уступил дорогу. Точнее, я уступил дорогу, но выехал на перекресток. И второй косяк — у меня на моргающий желтый свет, да? Точнее, не на моргающий желтый свет, а на переключенный желтый свет, да? Ну, единственное, что доказать надо, что это был я. Но я признаюсь, мне стыдно. Больше не буду. Я постараюсь больше так не делать. Так, вот что еще хочу сказать. Иногда, допустим, мне придется выезжать по-любому на машине куда-то ехать. Допустим, если возьмем пешую прогулку. И по левой стороне дом сделали, отреставрировали. Так, нет, поедем, покажу этот дом. Развернемся, поедем, покажу. Так вот. Ну, допустим, какое-то место, где я могу пройтись пешком. К примеру, как возьмем Хабсалу, да, когда мы поехали на машине. Я, в принципе, дорогу очень мало взял, да. Поэтому, по-любому, скажем, я еду в какое-то место, дорогу я сниму не болтовня, а, скажем, просто момент, что я именно туда не иду пешком, а еду на машине. И уже будем сниматься дальше пешком на камеру. Почему я заехал сюда? Хочу развернуться и выехать обратно. Ух, какие тут ямы, не европейские совсем. Ну-ка, покажу. Давай, там в экран попадут они или нет. Ага, попали. Сейчас пропустим пешехода. Вот, смотрите, какая яма. Слушайте, здоровая. А в Урыбе, нет, это не делали. Это делали вот это. Асфальт. Выезд парковки новенький, а парковка-то старая. Магазинная территория, это они должны этим заняться были. Зачем мы такие сделали выверты, да? Чтобы посмотреть домик, да, который реставрируется. Ой, как. У меня глаза аж, как вам, не знаю. Что-то мне не нравится, как дворник один моет. Наверное, придется покупать. А все, почистим. Выворачиваем, потому что здесь дом один реставрируется у нас. Советская панелька. Хочу показать. Потому что, по крайней мере, рисунок, который там сделан, значит, вот эта панелька с левой стороны. Сняли все бетонные ограждения балконов. Утеплили. Где-нибудь так здесь встанем. Грязно. Ну, поверьте мне, ну потерпите. Когда лето, да, так у нас и будет. Так, смотрите. Значит, что у нас? Утеплили его. Посмотрим, бетонные советские плиты сняли. Что сделали с этими плитами? Какую-то жесть поставили. Не жесть, я не знаю, что это. Ну ладно, жесть. А смотрите, вот этот рисунок как он. А? Этот дом, торец выходит именно на Мустамаэте. И довольно-таки так красиво. И полностью этот дом теперь утепленный. Не знаю, сколько здесь ремонт этого дома был, ужасно. Мы отказались, походу. У нас даже правление сменилось из-за этой проблемы. И сразу дом потерял свой серый советский облик и приобрел такое веселое. Даже не знаю, там яблони, наверное, все-таки это ветка цветущей яблони. Вы знаете, что такое яблони цветущие? Я когда-то жил в доме, где мы были в Меревяне. Кстати, подъедем, что это такое, я сейчас посмотрю. Не жесть это. Давайте подождем, когда он полностью сделается, и посмотрим. Так вот, когда я жил в Меревяне, в нашем доме выход во двор был, точнее, я жил в комнате, балкон, из которой выходил во двор.
А во дворе у нас были яблони цвели, росли, ну, деревья. И когда они цветут, это таких беники такие, это май месяц, это когда экзамены были, май месяц. Ты выходишь, и там все в этом белом все закрывался, весь двор закрывался этими цветочками. Я сейчас просто вспоминаю, у меня эмоции такие начинаются. И у меня ассоциация именно цветущие яблоки, это с такими школьными проблемами, зубрением, подготовкой к экзаменам, и в то же время теплом, маем месяцем и такой вот красотой. И птицами. Конечно, по весне уже начинают во дворах эти птички петь. Конечно, даже в панельках только вороны с чайками орут. А когда живешь в частном секторе, там на улицах тоже бывают и птички. Я, конечно, пошутил, что в панельных домах даже на этих деревьях птички прилетают по весне. Я не знаю, как вам это вот будет поездка сегодняшняя. Направо, налево, налево, направо, налево. Давайте направо. Ух ты. Вот здесь утра меня не пропустили. Ага. Он едет туда. Помните, по этой улочке мы с вами ходили в магазин Рими? Был у меня видео про магазины, и вот здесь мы ходили. Я сейчас вспоминаю, еду и вспоминаю, что даже в частном секторе вот это время года, когда все тает, и вот эта вот грязь, даже во дворах, это вот у нас было какие-то недоубранные... О, полиция, что у нас тут стоит? Какие-то недоубранные сосни, листья, какие-то принесенные ветром сучки. И когда этот снег тает, двор тоже такой выглядит неубранным, таким некрасивым. Потом это все подсушивается, светится солнце, выходи. Ну, в основном это отец сделал, убирал там все, и уже двор становится красивым. Также и улицы. Нет смысла сейчас убирать, когда могут быть еще и ветры, еще и снег, а когда снег опять чем-то сыпят, и потом второй раз убирать. Наверное, ждут уже, когда полностью все это растает, и есть будет возможность это зараз убрать. Да, вот что еще. На другом канале у меня тоже есть какой-то проект. Если он получится, то он начнется у меня не в... Хочу оттестить одну вещь завтра прямо. И если это получится, то с понедельника по пятницу я делаю видео. Будет такое пятидневное видео, но кусочками. И в субботу-воскресенье я его выложу. По-моему, я все сказал, что хотел. Показал все, что мог. Сейчас пропустим бусик один. Все, я приехал домой. Всем мира, добра. Уважаем друг друга. Осторожно на дорогах. Они бывают очень скользкие по ночам. И всем такого же мирного города, как Таллинн.